банальной глупостью напичканы попы. Не все, конечно, но большинство из них. Не о грехах реку, что любят есть и пить. Тупеют сонные на службе мертвых книг. Они привыкли властвовать во тьме, и потому куражатся и кружатся с кадилом. А уважение к Библии ни в сердце, ни в уме, а благовестие мысль совсем не приходило. Почти полсотни лет пытался их будить. Но перепуганные епископом, они настолько, на сотню сонных жив, может, скелет один. И то тогда, когда на раны сыплют солью. Они уверены и верят, безусловно. Без них к спасению плотно вход закрыт. Среди таких Мюнхгаузены есть и баснословы, и паству окормили, живя возле корыт. Отцы бездетные, с монашеским настроем, себя помыслили отцами обзывать. С торговой точкой в храме какое царство строят? По отношению к праведности поп несу свет на свет. И, судя по всему, не измениться им, опутаны славянью, прикованы к мощам. Любая власть безбожная им и Иерусалим, а слово Божие им некуда вмещать. Библейским тяжким молотом вопросы все размолоты, священное писание ответы подтверждает. Желанные стихи дробят молчание золота, воистину бессмертна лишь Божия держава. По селам близ лежащим и намного дальше, на двух машинах мы спешим на чудо благовестия. По воскресеньям радостным, как семилетний мальчик, и с нами семь сестричек, подобные невестам. Ах, вы бы только видели запыленный кортеж, евангельские посохи к ладоням прикипели, где нет попа в помине, там затыкаем брешь, но если поп там брешет, то уйма канители. 3 сентября 2009 года.